С героем этого выпуска «Черного пояса» я познакомился в середине 90-х, еще в прошлом веке. В то время уже канули в лету времена запрета, уголовная статья, первый бум советского карате. Карате плотно укоренилось во всех крупных городах, поселках и даже деревнях. И если в то время мы знали, что такое карате, сётокан, ситорю, вадорю, кёкушинкай, то об окинавском годзюрю не знали практически ничего. Может быть, слышали название, но что такое окинавское годзюрю, не знал никто. В Москве официально работало всего два додзю, где преподавали окинавское годзюрю. В одно такое додзю я и пришел. И там я обратил внимание на скромного, молчаливого парня с сильными руками и с набитыми кулаками. Это был Игорь Лизунков. Позднее, несколько лет спустя, об этом додзю была снята передача «Дантест» на первом российском телеканале единоборств «Боец». Во время съемок автор программы «Ваш покорный слуга» стоял в одном ряду с Игорем Лизунковым. Познакомились в зале у сенсея Филимонова в середине 90-х. Тогда действительно о годзюрю мало кто знал. Вы же занимались уже, это была официальная школа окинавского годзюрю. Как ты попал именно в годзюрю? Ты до этого занимался карате? Нет, ну я жил в Казахстане, и в Казахстане началось карате, как бы непонятно вообще, какое карате. Карате мы занимались в подвалах, набивали руки, укрепляли тело, какие-то приемы. А технику откуда брали? И технику по книгам. Вот были какие-то перепечатки, там кикошина ямы, что-то там позы какие-то, там набивка по бревну, там что-то набивали, пальцы укрепляли. Дрались? Дрались так, что я помню первый свой, я месяца три занимался, но я пришел в карате, я был кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике. То есть для меня карате, тренировки по карате, они не составляли никакой сложности. То есть ну, нагрузка как бы, по спорту гораздо выше в спортивной гимнастике. Поэтому какой-то такой быстрый рост произошел. И в поединках, когда мы там что-то делали, я даже одному как бы, своему партнеру сломал руку ударом хизагери. Вот такие неправильные тренировки были. И как мы поймали, как вышли на какое-то правильное карате? С десантного училища приехал курсант. Он жил в нашем городе, пришел нам... Пришел, он был знаком с нашим учителем, пришел и стал показывать нам ката шатакан. Мы выучили этих пять хианов, и вскоре был первый семинар по карате в Казахстане. То есть это был шатакан? Это был шатакан. Это был шатакан, ну, в таком примитивном, как бы, варианте, ну, вот, пять хианов мы знали. Ну, знали, хорошо. Что назвать какие-то каты. И все-таки, вот, годзюрю, как попал в годзюрю? Ведь, действительно, неизвестная школа, неизвестный стиль. Про окинаву-то никто ничего не знал тогда. Про окинаву мы ничего не знали, это на самом деле так. Мы думаем, что это японский вид борьбы. А в 1991 году в Казахстан случайно залетел Хари Деспа. Кстати, он немножко похож на тебя, если взять фотографии там. Он летел в Киев, в Китай, и была непогода, в Алма-Ате нелетная погода. И сидя в аэропорту, он разговаривал с одним из парней, и оказалось, что и тот каратист, тот пригласили Генрихсону. И тут же прошел семинар в течение двух месяцев, на котором я не был. Это был ноябрь, декабрь месяц. Но я уже об этом слышал, потому что друзья с Алма-Аты звонили.
мы такое карате, мы там что-то такое. Ну, как, непонятно было, что же там может быть такое. А в мае следующего, 91-го года, это было в 90-м, в 91-м году при Харри Деспа привез двух своих учеников с Голландии и Морио Хигаона. И вот на этом семинаре я уже был, и на этом семинаре было много представителей России, Украины, Белоруссии. По-моему, не знаю, эстонцы были или нет, может быть, и были. В общем, весь центральный регион, в общем, СССР на этом семинаре присутствовал. Понятно, это был первый семинар. Это был первый семинар Морио Хигаона в Советском Союзе, в России. Да, на этом семинаре получили аттестацию, 10 человек сдали на первый дан. Я сдал на коричневый пояс, потому что, ну, как бы невозможно было за неделю выучить объем, ну, это нереально было. Мы в подмосковном Одинцове. Здесь, в спортивной школе, располагается додзё Игоря Лизункова. Несмотря на то, что Игорь ведет огромную работу в районе, организует и проводит спортивные турниры, семинары, его додзё совсем небольшое. Здесь тренируются и те, кто практикует спортивное карате, и те, кто занимается традиционным окинавским годзюрю кеншикай, ассоциацией карате и кабудо, во главе которой стоит выдающийся мастер, обладатель 10-го дана Ханси Тецухиро Хакама. И давай перенесемся в Москву, все-таки в додзё сенсея Филимонова, там, где мы с тобой познакомились. Как ты попал туда? Значит, ну, это история, как бы, наверное, характерна для всех республик, которые касаются времени распада СССР. То есть произошел распад, экономика в республиках пошла вниз, значит, нужно было что-то делать. Поскольку у меня были родственники в Москве, то я в 98 году переезжаю в Москву, прихожу в додзё к Филимонову, которого я знал хорошо по семинарам в Казахстане, когда приезжала Кэтрин Бакстер. Он меня принял в зал, и я начал там тренироваться. Сегодня Игорь Лизунков – обладатель 7-го дана Окинава Годзюрю Кеншикай. В 2008 году на Окинаве он впервые познакомился с обладателем 10-го дана, президентом Ассоциации карате и кабудо, сенсеем Тецухиро Хакама, и стал его личным учеником. С тех пор, вот уже 8 лет, он каждый год ездит к своему учителю и полученные знания передает ученикам в подмосковном Одинцове. Первая встреча с сенсеем Хакама когда произошла? Первая встреча произошла в одной из посещений Окинавы, когда я еще занимался у сенсея Филимонова. Мы с ним встретились случайно в Фукушене. Он был с делегацией из Канады, он им показывал сад, что-то рассказывал. И я каким-то чудом понял, что это учитель карате. Ну, не знаю, как это произошло. Это судьба была. Может быть, да. В общем, мы как-то законтачили, он мне дал визитку, мы сфотографировались. Я с этой визиткой и фотографию, ну, потом, да, я покажу ее. И все, и казалось бы, этим все закончилось. Но произошло следующее, что вот эта нехватка, я понимал, что немножко начинает пробуксовывать в тренировках. И идет одна и та же информация, один слой, то есть она повторяется, прекратился рост. И тогда, будучи на Окинаве в очередной раз, я покупал книги в Шурейда. И там в одной из книг я увидел адрес, это была книга сенсея Хакама, увидел адрес, набирая телефон, будучи там сенсея Хакама, да, вот мы студенты из России, хотели бы с вами встретиться, сколько у вас, 5, когда хотите, ну можно сегодня, можно. Мы приехали, пьем чай, и мы были рады от того, что у нас понимает сенсей, что мы разговариваем, мы задаем любые вопросы, которые нас интересуют. Мы получаем на эти вопросы, мы получаем ответы, без всяких уверток и так далее. Потом был, мы где-то, ну, в пределах, наверное, полутора часов разговаривали, потом у него вопрос: вы тренироваться будете? Прям сразу, в первый день? Да, мы, конечно, были с кимоно, на всякий случай. Да, будем, ну, давайте, все, и пошла тренировка. И я помню, там даже будут фотографии, я помню наше настроение, мы ушли с тренировки, мы ошарашены были, мы молчали, друг друга смотрели, мы не понимали, что происходит. То есть не то, что техника какая-то другая была, техника была практически та же, но были какие-то особые моменты, которые, вот тренируясь долгое время, мы их вообще об них не знали. На самом деле техника сенсея Хакама разительно отличается от техник других мастеров годзюрю. У окинавского карате глубокие китайские корни.
Первые переселенцы из Поднебесной на Окинаву практиковали на острове свое боевое искусство – цуаньфа, в котором хлесткие секущие удары и работы по болевым точкам сочетались с мягкими плавными перемещениями. Вот и в Годзюрю сенсея Хакамы практически нет силовой работы. Вся техника построена не на жестком го, а на мягком дзю, как в китайском цуаньфа. И здесь прослеживается прямая связь школы Тецухиро Хакама с теми далекими китайскими мастерами, которые многие сотни лет назад завезли на Окинаву искусство рукопашного боя. Когда ты приехал от сенсея Хакама, мы с тобой встретились, разговаривали, у тебя глаза горели, и ты говорил: «Коля, ты не представляешь, он спрашивает, покажите бункай, на это ката, показываем, это все?» «Да, все». Он говорит: «А чем же вы занимались 15 лет? Сколько, что же вы делали?» Да, вот ну, интересно, так. Вот что, чем удивил, чем поразил сенсей? Ну, например, мы берем какое-то движение, там, неважно, да, там, допустим, сайфа, там. Есть в каких, ну, в школах есть определенный бункай на эту тему. Значит, у него на это движение, там, он сразу за одну тренировку тебе может показать несколько бункаев, которые пересекаются и с другими ката, и с другими. Которые вырастают, которые, да? Которые, как бы, вот именно это движение, оно предназначено, оно как универсальное, оно может работать в любых вариациях, в любых, не только в том стандарте, но в различных вариантах. Я вот обратил внимание, может быть, это смотрится не так красиво. Оно некрасиво смотрится. Оно смотрится, может быть, даже где-то и корявенько. Но это реально, это работает. Это реально, вот это работает. А да. Почему сейчас представители смешанных единоборств, там, боевого самбо говорят, что карате не работает, ваши бункаи – это все воздух, это танец? Может быть, поэтому, потому что их так исполняют? Ну, смотрите, мы возьмем, как бы, может быть, даже возьмем все карате Окинавы, и вот даже мастера Окинавы, которые выступают на соревнованиях, там, семикратные чемпионы мира, они не обучают своих студентам бункаю. Как ты считаешь, ты вот сейчас уже подошел, седьмой дан, это, в общем-то, учиться уже нечему? Или нет? Или еще учиться и учиться? Нет, ну, программа очень большая, и вот, вот это то, что я сказал, работа всего тела плюс энергетика, это я получил только на последнем посещении, как бы, его, потому что он говорит об этом, как бы, говорит, да, но не делает акцента, и до тебя эта деталь, ты еще не дорос до нее, она тебе не доходит до тебя. И когда ты только делаешь, когда ты постепенно вычищаешь технику, вот геометрически ты все делаешь вроде бы правильно, и не хватает вот небольшого завершения, вот этого вот энергетического, он тебе это говорит, да. Ты это начинаешь делать, да, получается, да, легко получается. Вот помнишь, я тебе, у карате, годзюрю – это веселая штука. Если ее делать легко, получается весело, и нет большой затраты энергии. Но если ты делаешь где-то неправильно, то нужно тогда начинать бороться. Недостаток техники, недостаток знаний, недостаток передвижений, недостаток баланса какого-то там с ноги на ногу. То есть, ну, какие-то, ну, такие шероховатости, которые ты допускаешь. Их нужно вычистить. Агил, здесь этот гидан барательный. Смотри, за колени. Силы той, которая... Да, можно, конечно, силой залить. Здесь. Зря! Сильно. Но здесь точка. Достаточно легкого удара для того, чтобы это сработало. Находясь на тренировке в додзе у сенсея Игоря Лизункова, меня не покидала мысль, которая давно и прочно сидит в голове. Каждый инструктор, который преподает традиционное карате, просто обязан хотя бы раз в два года ездить в Японию, на Окинаву, иметь там своего сенсея и черпать знания из первоисточника.
противном случае занятия у инструкторов-самоучек становятся похожи на кружок самодеятельности. Своя трактовка кота, придуманные бункаи, отсутствие четкой системы обучения, в общем, что в голову взбредет, то и преподаю. Те же мастера, кто регулярно ездит к своим наставникам в Японию или, скажем, в Китай, получают бесценный объем знаний, изучают боевое искусство в оригинале, такое, каким оно было и 100, и 200 лет назад. Ибо отношение к будзюцу в этих странах трепетное. На Окинаве карате — это не спорт, это религия. Все традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение без изменений. Раз, ногу всунули, а здесь у тебя пружина. Видишь, да? Пружина. И пружина тебя как катапульту бьет. Ка! То есть идет. Эй, пружина! Ты под рукой, под нагрузкой здесь. Рома, иди сюда. Пятки. Та, нога уже здесь! Эй, па! Я иногда удивляюсь, думаю, ну все, вот это ката мы разобрали, сейчас я ему продемонстрирую, посмотрю его реакцию. Я, значит, начинаю делать то, что он показывал в последний раз. Раз. Он так, здесь можно так, здесь. То есть он, как вот есть какой-то узор, он его вышивает еще глубже, еще красочнее и еще легче. И вот это вот понимание мучими, как бы, помнишь, да, это такое, вот, все говорят, ну это вот, когда немножко силы, немножко, он по-другому это трактует. Мучими — это когда ты делаешь свою работу, вот, прием, да, и для тебя это все очень легко. То есть ты делаешь как давно хорошую поставленную технику, для тебя не составляет труда. Да! Да! В 2015 году съемочной группе программы «Черный пояс» посчастливилось выехать на Окинаву и попасть в додзё сенсея Тецухиро Хакама вместе с Игорем Лизунковым. Мы снимали тренировку черных поясов. Игорь, как и положено обладателю седьмого дана, стоял в ряду старших инструкторов. Тренировка была довольно насыщенной и плотной. Разминка, кихон, ката и бункай. Во время отработки бункай Игорь отражал атаки нескольких нападающих и так вошел в раж, что чуть было не сломал руку одному из инструкторов додзё. Сенсей Хакама был явно доволен тем, как идет отработка. После тренировки он специально для нашей группы написал иероглифы «Исин Дэн Син» — «От сердца к сердцу», символизирующие отношения учителя и ученика, и этим дал понять о своем отношении к Игорю Лизункову. Почти 40 лет ты идешь по этому пути, занимаешься карате, были разные этапы. На каком-то из этих этапов ты нашел сенсея. Это чрезвычайно важно. И вот я хочу спросить, что ты приобрел за это время, вот за время этого пути, и что тебя еще ожидает впереди, как ты думаешь? Ну, каждый отрезок времени, когда я занимался карате, он каждый по-своему хорош. Начальный этап. Это какая-то неожиданность, мы стремились, я занимался спортивной гимнастикой, но в городе были боксеры, которые как бы, нужно было уметь себя защищать, как раз возраст такой, что девчонки там, поэтому важно было найти карате и начать тренироваться. Потом вот как бы соревновательный период пошел, тоже важный, потом появилась гудзюрю, она тоже важна, более сильное карате стало. Но вот это более глубокое, да. Потом изучение гудзюрю, оно все стало становиться глубже и привело как бы встречи с сенсей Хакамой. Я не знаю, что меня ждет как бы дальше, я просто собираюсь пока учиться, и я вижу, что у меня есть учитель, и ему уже 71 год, и нужно быть как можно чаще с ним, получить информацию, получить знания от него, и как-то это все также, может быть, просто продвигать в жизни. Банальная фраза о том, что успеха достигает только тот, кто идет к цели, не щадя себя, через тяжелый и упорный труд,
в карате обретает особый смысл. Здесь к вершинам приходят не просто через труд, а через самоотрешение, преодоление и даже через фанатизм. 2-3 тренировки в день, по 6-8 часов практики 7 дней в неделю. Иначе нельзя. Игорь Лизунков уже несколько десятков лет идет по этому пути, и дай бог ему не сворачивать с него.